Всем привет-привет, дорогие друзья! И снова вы на канале Тока Полина. И сегодня в Тока Life World вышло снова обновление 1.50. Очень интересно, что нас там ждет. Ведь совсем недавно вышло только обновление 1.49. Итак, если мы зайдем в магазин Тока Life World, то там увидим, что в пакет с богемным домиком добавили что-то новое. А именно добавили новые предметы. Да, это обновление намного меньше прошлого, добавили лишь 15 предметов из мебели. Но эти предметы очень классные, прикольные, и таких мы в игре еще не встречали. Также мы видим, что в новом обновлении 1.50 появились новые фактуры на стены и на пол. Таких расцветок мы еще не встречали. А сейчас, дорогие друзья, посмотрите, какие образы комнат нам предлагают разработчики обновленной версии 1.50 игры Тока Life World. Вы только посмотрите на эту палитру красок. Ну, красота! Итак, заходим в богемский домик и поподробнее разберем, что у нас там появилось. Добавили вот такой вот диванчик и вот такое вот прекрасное небольшое маленькое кресло. Посмотрите на этот плед и на подушку, как они классно смотрятся на этом диване и на этом кресле. Также появилась вот такая вот перегородка с листочками. Посмотрите, как она эстетично выглядит. Вот такая вот музыкальная подсветочка появилась. Фиолетовая такая миниатюрная подушка. И вот такие вот супер крутые лампочки, таких мы еще не видели. А посмотрите на эти подвесные лампочки. Они появились в двух вариантах. Двухъярусная и одноярусная. Очень круто придумано разработчиками. Можно использовать по своему усмотрению. Вот такой вот небольшой прикроватный стулик. Дальше, что у нас еще? Вот такая вот лампа. Почему-то она у меня горит красным цветом. Каким цветом она у вас горит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В посуде появилась вот такая вот небольшая тарелка в виде листа. Она у меня бордового цвета. У нас такое было, только не бордовое. И зеленый цвет. Дальше, что у нас там еще? Вот такой вот большой круглый стол. Очень красивый. Вот такие вот еще лампочки появились. Очень интересный формат. Такого мы тоже еще не встречали. Ну и самое крутое, что мне нравится, это вот такие вот зеленые растения или цветочки. А сейчас, дорогие друзья, посмотрите, какие крутые комнаты у меня получились при помощи новых предметов мебели и текстур на пол и на стены. Если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем, кто подпишется на мой канал и поставит жирный лайк, в конце этого видео я подробно расскажу, где найти обновление 1.50, как скачать и как правильно установить. Так что смотрим это видео до конца, там вы все узнаете. Yeah.
установить обновление 1.50, ты сможешь, перейдя по ссылке в мой телеграм-канал, ссылку я указал в описании под этим видео, находим там актуальную ссылку для скачивания. Не забудь удалить старую версию, почистить память на своем устройстве и закачать новую версию. Все, всем пока-пока!